Какая красота! Все, надо было отсюда видео начинать. Что, дорогие мои, добрейшего вам всем дня. И у нас с вами сегодня новое путешествие, долгожданное и очень-очень интересное. Так, из этого терминала мы летим первый раз. Так он, конечно, красивый, но не очень удобно, что там ты заходишь и сразу же на эскалаторе должен ехать. Летим мы сегодня с вами в Турцию, нашу долгожданную поездку домой, можно сказать, что у нас два дома, один здесь, один там. Большой семьей нашей, многодетной, но без старшей дочки. Старшая дочка учится, экзамены, сессии, как всегда, поэтому она не с нами. О, какой красивый терминал, смотрите. Я отсюда только встречал обычно, но никогда не провожал. Сам не улетал, очень красивый терминал. Классно все сделано. Так, летим мы с вами не в отель, туда кто не знает, летим с вами в квартиру, которую мы купили в 2021 году. Но отель тоже будет очень много, потому что мы каждые выходные, как на дачу, ездим в отель. Там у вас будет очень много интересного контента, кто еще не подписан. То есть, смотрю, по статистике многие смотрят, подписывайтесь, потому что очень много полезного, очень много интересного. Как для жизни, так и для отдыха в Турции. Так, летим мы Аэрофлотом, и вот она наша стоечка регистрации. Ну, народ было мало, очень быстро получили билеты. Все, идем в зеленый коридор. Так, ну, наша любимая зона подбора воды. Здесь очень интересно, так по-новому сделано. Видите, как все технологично. Как Дубай скоро будет. Такая еще здесь приглашает лучше. Станция все. Так, в общем, у вас подошва больше 1 сантиметра, но это у всех, то вам нужно одевать чашки. Все, идем на паспорт контроль, здесь снимать нельзя. А вот наша семейка Полина, Никита. Джанна. И самолеты наши любимые. Как я скучал по путешествиям, хотя мы вот только вернулись из Таиланда. Да, кстати, теперь у нас расширение очень масштабное произошло. Теперь не только квартиру в Турции вы можете купить у нас, но и Дубай, Таиланд. Всех застройщиков лично знаю, по всем езжу своими ногами, объезжаю локации. Вот, и все для вас всегда и показано. Вы видели, есть еще второй канал. Вот. Ну и частенько я вам сюда видео закидываю, поэтому сходите купить квартиру. Турция, Дубай, Таиланд, Россия. Здесь тоже у нас много менеджеров. Вот, пишите, хотите купить или продать. Вот, на продажу тоже мы можем у себя выставить. У нас телеграм-канал есть, сайт есть. Все под видео, заходите, смотрите. И все доступные способы связи тоже под видео. Инстаграм, WhatsApp, почта, все как угодно. Все самые современные, удобные способы связи. Все, отправляемся. Сейчас мы с вами пойдем в бизнес-зал. У Никитоса теперь моя старая камера. И он теперь тоже снимает свой YouTube-канал. Не, он давно уже снимает, много снимает, но что-то как-то куда-то все девается, непонятно куда исчезает. Я надеюсь, Никита, твоя камера передаст тебе успех наших зрителей, наших подписчиков. Все благодаря вам. Поэтому не ищите Никитоса на просторах YouTube, Рутюба. Все, что сейчас осталось у нас с площадок. Кстати, наши ролики выходят не только на YouTube. Инстаграм, ВК, Дзен. Сейчас полный мультипостинг, то есть вдруг если что-то прикроют, чтобы у вас был вариант. Поэтому все тоже под видео, там есть ссылочки, подписывайтесь на все соцсети. Слушай, ну аэропорт реально очень красивый, да, Ники? Угу. Прям идешь, впечатляет. А? Можно снимать. Сотрудник много не снимай. Потом придется удалять кусочек видео. Но это не Дубай, в Дубае вообще сложно со съемкой. Приходите обязательно, посмотрите, Дубай и Таиланд. Там прям серия видеороликов, целые плейлисты. Очень много тоже полезной информации. Поскольку вы смотрите Турцию, значит, вы любите путешествовать, любите отдыхать. Информация для вас тоже будет интересна. Вообще, всегда очень много всего полезного. Так, здесь у нас красивейший дьюти-фри, зона беспошлинной торговли. Так, что по ценам, что по ценам, что вам показать очень быстренько. Потому что сейчас я вам расскажу очень интересный секрет, как провести время в аэропорту. Так, ну Капитан Морган золотой я любил раньше, когда пил. Сейчас уже давно не пил. 19 евро, ну нормально, но здесь единственное, во всех аэропортах курс завышен, где-то плюс 5 рублей, рассчитывайте. Вот, если вам надо мало, то можете купить в аэропорту Турции, если у вас есть карта турецкая, если вы с нами там покупали квартиру, мы всем открываем счета в банк, бесплатно, полностью сопровождение, под ключ, да, кстати, у нас всегда только бонус, с помощью оформления ВНЖ, резидентства, все это бесплатно мы делаем, вот, нашим клиентам во всех странах, если нужно, вот, и то там можно рассчитаться турецкой картой. Вот, либо карта Union Pay. В этот раз я себе тоже сделал. Газпромбанк, Россельхоз плохо работает. Тут же она есть, и Газпром я сделал. В Дубае классно работал, в Турции все протестим, покажем. То есть там тоже можно сплатиться, либо долларом. Вот. Ну, если вы уже доллар купили, то без разницы. Можете здесь рассчитаться и там. Но если вы здесь платите рублями,
то доллар к евро у вас будет плюс 5, 6, 7 рублей. То есть, ну, курс здесь космический. Не такие, как по Центробанку. Так, здесь у нас зона для перекусить. Вот мужчина меня зовет. Так, кстати, можете посмотреть, как Никита снимает. Вот так же я всегда выгляжу со стороны. И вообще говорят, что он с Никитой очень похож. Похож? Сейчас мы идем в бизнес-класс. Так, и лайфхак для тех, кто любит покушать, попить. Смотрите, здесь есть, ну, во всех аэропортах есть бизнес-зал. И в бизнес-зал вы можете попасть, ну, практически бесплатно. Вот, у меня карта Тинькофф есть. Я думаю, она сейчас у всех есть. Вот, у меня есть тариф премиум. Я думаю, что он тоже у многих есть, то, что вы кладете здесь вклады. Вот, то с премиум у вас намного выше процент получается. И если вы все посчитаете, то там, по-моему, 2000 стоит сейчас обслуживание вместе, или 1600, я даже не помню. То с лихвой покрывается оплата карты теми процентами, которые у вас появляются. Ну и плюс плюшки по залу. То есть я сейчас приду, оплачу Тиньковым, и Тиньков в течение там сегодняшнего или завтрашнего дня вернет мне эти деньги обратно на счет. И так я могу делать 2 прохода в месяц. Но если вы будете много пользоваться, то Жанна уже 4 прохода в месяц дает. То есть она может либо сейчас вдвоем с Полей пройти, либо еще с нами двумя, вот, за один месяц. Вот, а я сейчас пройду с Никитой, оплачу там сколько надо будет, и все, и мне все это деньги вернется обратно на счет. И так почти во всех аэропортах мира, вот в Дубае мы были, уже проверено, реально деньги возвращаются. Поэтому считайте, очень крутая привилегия. То есть, если вам, получается, даже если вы просто за 2000 дойдете в бизнес-зал, то есть, ну, вы здесь не поедите на 2000, есть один круассанчик, рублей 400-500 будет стоить, это точно. Я вам как-то обзор цен делал. Вот можно, кстати, сейчас там пройтись, посмотреть. Да, вам... А, не, ну муму еще более-менее нормальные цены. Так, ну супы, смотрите, 300 рублей. Что там, блюда тоже, крошка, картошка 270 рублей, роллы 370 рублей. Здесь еще более-менее нормальные цены. Но все равно вы там 1000 человек потратите. В бизнес-зале все включено. Как вы любите, прям по-турецки все. Так, бизнес-зал Малевич. Вот, пожалуйста, он в самом конце аэропорта находится, так вот протопываете и идете. Здесь от Тинькофф есть прям такие таблички, наводите QR-код, оплачиваете, вот, пожалуйста, эти 4000, я с двоих по 2000 каждого платил. Все, и Тинькофф прям пишет, что он мне сейчас все это дело вернет. Так, ну что, здесь очень классный бизнес-зал, говорят, очень вкусный, очень комфортный, много места просторного. Вот такие тут классные зоны, можно прям под кустом сесть. Наблюдать над самолетами, как они взлетают, вылетают. Можно посиделочную зону окучить, можно лежаночную зону там даже полежать. Можно очень просторный еще бизнес-зал. Зарядки везде, все есть. Напитки, кофе, видите, кофеек можно сделать, чаек. Кто как любит, булки, круассаны, смузи. Все вот это включено. Ну, то есть даже если вы и без премиума 2000 заплатите, мне кажется, можно очень комфортно отдохнуть. Слушайте, ну просто гигантский бизнес-зал. Здесь еще есть бар платный, есть бесплатный. Сейчас покажу, что у вас будет бесплатно. Чистейшие туалеты, вот даже вон черные корочки отведы. Так, ну и наш любимый самый шведский стол. Все включено. Смотрите, можно кашу рисовую с окреца потрапезничать. Здесь вот геркулесовая каша. Сосисочки. Бок с курицей, гречка. Здесь у нас омлет, очень аппетитный, блинчик, смотрите, какие шикарные. Эти у нас бутерброды с сыром. А здесь у нас опять дублируют сосиски, омлет, еще вот такие блины. Очень все аппетитно выглядит, сейчас поскольку на завтрак, сейчас утро. Так, здесь суп у нас лапша и борщ с фасолью. Так, здесь у нас еще шведская линия, халапеньо наши любимые. Сельдери, в общем, овощи. Короче, с майонезом, этот салат, смотрите, яйца вареные есть, сэндвич можно дороже прихватить, да, есть, кто любит, колбаса, сыр, масло, все, сладости, и здесь еще сладости. Безе, мое любимое печенье, и для любителей алко, вот, пожалуйста, винишко есть, такое. Разбираюсь, напишите. Красное, белое. Вот еще какой-то пьянка есть, тип мартини. Видите, вино прям еще по градусам может сохраниться. И лед еще можно сделать. Так, ну что, как вам шведский стол на завтрак? Вполне, да, и супчики есть. Все, естественно, в обед будет горячее. На ужин, наверное, то, что на ужин. Все как положено. А сейчас я с удовольствием съем блинов, сосисек и всего-всего-всего. Так, ну если вдруг кто не понял, черная икра – это за доп. Плату, естественно. Там вот бар, черная икра. Виски, шмиски, это все не входит, здесь только винишко, пожалуйста. Пиво я тоже не обнаружил, любители пенного. Хотя, может, и входит, не знаю.
Так, ну здесь в баре я для вас узнал. Вы можете взять отечественное пиво. Там «Жигули», по-моему, было бесплатно. Поэтому кто пьет с утра, подходите. Не стесняйтесь, я не пью. Сейчас кофейку, чайку. Вот это все бесплатно, Никит. Ну, там тоже. Ты удивлен? Да. Много выбора? Да. Ну, давай, трапезничай. Так, ну вот такая у меня скромная, но очень аппетитная тарелочка получилась. Я сейчас еще делаю себе ароматный кофе. Естественно, там лимит, сколько хотите, столько едите, сколько входит, столько и съедаете. Вот. Ну, я думаю, что все в меру разумно, да? Ну, очень приятно здесь, это реально классно. А если еще бесплатно, Тинькова. А, кстати, все хотел сказать, что не реклама. Ну, в принципе, не реклама, но под видео я оставлю ссылку. Там вам бонус какой-то идет, когда вы оформляете себе премиум. И мне какой-то бонус. Всем хорошо, всем приятно. То есть реферальная ссылка не поддельная, не мошенническая, потому что сейчас очень много мошенников. Можете вбить Тинькофф какой-то сайт и попасть на левак какой-нибудь. Ходите по ссылке или просто себе карту делайте. Там, по-моему, сейчас вообще бесплатно на несколько лет. Вот. И, по-моему, вообще там список от меня будет для бизнеса Тинькофф. Вот, поэтому регистрируйтесь, вам плюсик, и мне что-то там капнет. Всем друг другу приятно. Все, всем приятного аппетита, я пошел трапезничать. Да, и у Газпромбанка тоже вам бонус будет 500 рублей. И бесплатное обслуживание, там, если вы операции не совершаете, там, на 10 тысяч в месяц, что-то такое. Вообще, под видео все ссылки, пользуйтесь, очень много всего полезного. Сохраняйте, даже сейчас не нужно, там, по квартирам, все-все. Телеграм, мой телеграм тоже подписывайтесь. Вот все онлайн, прям сейчас там в режиме будет выходить, поэтому не теряйте, обязательно подписывайтесь. Я вот как-то мимо пролетел, у Жанны сейчас она все время разглядывает. А, оливьешечка, пожалуйста. Хлеб, еще соль, перец. Так, а сейчас смотрите, пишу. Считаю, что лапша, быстрое приготовление, можно, в общем, заказать себе. Это можно доширак взять, да? Ну, вообще классно. И для деток, видите, деток. Таня, обращайтесь, получается. В общем, про вообще, кто любит дошик. Как мои дети. Или я с голодухи. Прям вообще кайф. Ну, красота. В общем, пользуйтесь, ребят. Прям рекомендую. Едьте отдыхать, начинайте отдыхать уже с аэропорта. Прям пораньше даже можно приезжать и балдеть. Кстати, вам по поводу вина. Я все говорю, что только вино, а это шампанское. Здесь, видите? Шато де ла Мер. Пожалуйста. Мы сейчас сидим трапезничаем. Все очень вкусно, обалденно. Вот уже прилетела компенсация. Видите, за проход бизнес-зал. 4000. Как сдуло, так и придуло обратно. Все вернулось. Смотрите, здесь такие лежанки есть. Классные. Вот, лежайте, смотрите. 4000, точно 2 за каждого. Ну, я же оплатил 4, вернулось мне 4. По 2000 за каждого. Все говорят, где Жанна, почему ее нет в кадре? Она просто все время работает. Вот мы летим отдыхать, а сидит туристом. Летим не отдыхать. Бронирует. Ну, кто куда. Хотя я тоже работаю. Ну, в Турции вроде как сервисно-дотно сидит, туристы всех бронируют. Поэтому, если тоже хотите, чтобы Жанна не была в кадре, чтобы она бронировала вам тур, оформляйте у нее. Она будет все время работать, а я отдыхать буду с детьми. Там я шучу. Я сейчас отдыхаю, пока летим. Там буду много работать, много по стройкам ездить. Поэтому, если кто хочет, на второй канал подписывайтесь, там много интересного. А здесь я вам так немного строечек показываю, но иногда показываю. Потому что очень классные объекты бывают, интересные. Я их прям сразу снимаю для вас. Маленькая машинка, специально такой буксир тянет огромный самолет. Самое приятное, что можно сделать, это когда сын занимает твое место. Да ладно, лежи, если так можно говорить. О, поесть после вкусного обеда полагается, чего? После завтрака полежать, конечно же. О, как хорошо, такие мягкие шезлонги. Вон солнышко пробивается, ну уже все практически, как в Турции. Зашел в аэропорт и кайфушечки. Слушайте, реально не жалеть, денег лететь на отдых. Идите в бизнес-зал. Особенно, когда это бесплатно. Вообще класс. Так что пользуйтесь, лайфхаки. Не ходите в бизнес-зал, потому что тут потом не хочется уходить. Жан говорит, пошли на посадку. Я хочу, не хочется так приятно лежать. Уже увижу ваши комментарии, мне там написали. Я уже предвижу, Женя, что не показал цены на шампанское, что я всегда показываю. И это как эталон такой, потому что, смотрите, в прошлый раз Асти стоил 16 евро, смотрите, здесь 14 евро. Кстати, обычно вот в Турцию мы заходим, да, если вот вы не хотите тащить бутылки, если вам немного надо, то можете в Турции купить. Тоже очень удобно, надо ничем греметь, звенеть. Там цена всегда была на пару евро ниже. Вот. Ну да, дело не в цене, дело в удобстве. То есть реально не надо тащить. Поэтому, если что, имейте в виду, очень удобно. Но там ограничение 1 литр крепкого на паспорт на человека.
и 2 бутылки шампанского человека. То есть и то. То есть 2 бутылки шампанского, 1 литр. Вот такой вот лимит там в Турции. Так, Джек Дэниел 33 евро. Джим Бим Бурбон 18 евро. Аэропорт прям удивляет, смотрите, когда такой шар гигантский. 3D все показывает. Такой мини-телевизор там. Много маленьких телевизоров встроен. Так, ну помимо бизнес-зала, здесь еще очень много всяких кафе. Видите, Королева Авокадо. Прям очень много кафешечек. Ресторанов, видите, Узбечка, кофешоп. Мерседес там, кстати, еще машины есть китайские. Можно вокруг походить да около. Даже, может, и внутри посидеть, и Мерседес здесь есть. В общем, время тут пролетит у вас незаметно в этом аэропорту. Так, ну что, наша посадка открыта на самолет. Пойдемте, полетели. Так, ну вот наш борт стоит Аэрофлота. Кстати, да, мы билеты брали 80, по-моему, 5 тысяч. У нас на всех обошлось, на 4 в одну сторону. Билет в один конец. Вот, мы брали заранее, по-моему, за месяц, даже полтора. А, не, обманываю вас, 106 тысяч у нас было. Мы просто одни взяли, потом сдали, потом еще раз брали. Здесь у нас бизнес-класс. Но не для нас. Японский. В этот раз. Взяли 3 места. Никита у нас там у окошка сидит. Летим мы Airbus'ом A321. Такое все новенькое. Кресло откидывается, зарядки есть. Хороший такой чистый самолет. Это цветная музыка, только у вас на камере, так здесь все просто оранжевым цветом, желтым. Ребята, кто догадается, для чего вот эта штука сделана? Вот прям думаем, жмем паузу. Кто отгадает, тот просто молодец. Смотрите. Добрый день, извиняюсь, продам и господа. Меня зовут Шелков. Одной рукой не очень удобно, но это вот так вот делать. Сик, чтобы ничего не выскакивать. И iPad можно все поставить. Класс, да? Я вначале думал, что это вешалка. А это вот так. Кто отгадал? Никто. Я тоже не сразу отгадал. Капитан сейчас объявил, что нам лететь 4,5 часа. Слушайте, очень удобно. Вот так Bluetooth наушники ставил, смотрю. Смотрите, здесь еще есть вот такой QR-код. Сканируйте его, и у вас открывается развлечение от Аэрофлота. Дальше подключаетесь к Аэрофлот Wi-Fi, заходите на сайт, там будет инструкция. Все, и в полете можете смотреть кино. Вот они, фильмы все. Все развлечения, читать книги, прессу. Все развлечения, видите, здесь можно полазить. ТВ даже есть местное. Сколько фильмов. Вот, показать все. Много кино всякое. О, в общем, есть чем заняться. Наушники только с собой берите. Детский канал есть. Россия, обучающий курс. Даже ведь можно язык подтянуть или еще что-нибудь. Музыка, аудиокниги. В общем, молодцы. Как экраны сюда ставить, не пользуются. Оператор Полина. Что там за набор тебе дали, Полин? Есть. Сам что у тебя еще? Сейчас. Всем привет, автор человек, подпишитесь. Сейчас у нас обед. Курица на выбор и баранина. Здесь у нас тульский пряник, колбаска нарезанная с кускусом, оливковое масло, чай, кофе.
Ну что, добро пожаловать в Турцию. Жалко, что вышли через рукав, а не через улицу. Я люблю улицу, люблю эти первые эмоции, этот воздух жаркий, горячий, турецкий. Ну что, сейчас доберемся до улицы. Идем на паспортный контроль. Игорь, ты устал от полета? Да. Да? Немного. И вообще шикарно. 4,5 часа лета. Быстро вообще. Так, ну что, у нас тут никаких изменений. Никакого это антиковидного, никаких радар-детекторов. Все свободно, пункты пропуска. Я думал, мне дядька Маша типа не снимать. Оттуда прям из будки встал. А это он типа что там занято, чтобы сюда не подходили. Контроль прошли очень быстро. А в этот ВНЖ у нас не попросили. Почему? Потому что мы 4 месяца отсутствовали. Вот, поэтому и в системе же ничего не высвечивается. Ну, то есть аннулируются сроки пребывания по визе. И все, хотя у нас есть ВНЖ, в этот раз мы будем продлевать. Я вам покажу, что как делаем. Сейчас нововведения еще появились, ну, там ничего сложного, все просто. О, смотрите, сколько народу. Это что означает? Что народ в Турцию летит, сезон открыт вовсю. Так что welcome, все прилетайте на аренду, на покупку, в отель, кто куда хочет. Так, справа от спуска у нас туалет. Здесь, если кому надо, прямо пункт обмена валюты. Также здесь Wi-Fi можно бесплатно подключить. Сейчас сделали, там что-то вводите. У меня местная симка. В общем, можете поменять деньги. Так, по-первых, можете, если на такси хотите уехать, можете поменять. Но небольшую сумму. В городе полно обменников. Вот. Везде меняете, и все, без проблем. Или в Мигресе расплачиваетесь долларами, и вам дадут деньги. Но рубли будете менять, курс не очень выгодный будет в обменниках. Потому что в Мигресе только доллары берут, рубли не берут. Ну и здесь, вот как я и говорил, у нас с вами duty free. Пойдем пробежимся шампанским, да? Посмотрим, сколько стоит. Вот смотрите, там на джек стоило сколько? 35-36, здесь 29 евро. Подешевле будет. Джек джентльмен, пожалуйста. Мы ничего не пьем, ничего не берем, поэтому. Так, что тут еще у нас? Red Label 22, там шампанское посмотрим. Так, вот Стасия Мартинити здесь 16 евро. Это можно из Москвы не тащить, здесь приобретать. И есть русскоязычный персонал, девушка по-русски говорит, поэтому что вам все подскажет. Так, ну можете воспользоваться тележками, вот они здесь стоят, раньше были платные давно, сейчас бесплатные, берете и все. Удобно будет с тележкой перемещаться. Наши чемоданчики поехали. Раз, два, три, четыре. Так, все наши 25 чемоданов получены. Можно ехать. Так, здесь можно сим купить. Турксел, Турктелеком. Обменник еще один. Но немножко подороже будет здесь симка, чем в городе. В любом магазине еще банкоматы. Здесь много, там много. И наша любимая надпись. Welcome to Antalya! Ура! Ты рада, Поль? Ты поехала в Турцию, я рад. Класс. Так, ну мы не на машине на своей, мы на трансфере. Да, машины у нас у дома стоят. А вы, если выходите, вот все, куда подходите, выбираете вашу стойку, кто у вас там туроператор, отдаете, регистрируетесь, и дальше вам говорят номер автобуса, и идете туда, и едете в отель. Так, вот она наша машина. С кого надо трансфер, тоже Жанне пишите. Она вас отправит. Цены очень хорошие, поэтому welcome. Так, что у нас тут интересного? Массаж есть? Самое интересное, это массаж. Едем. Какие чудеса тут происходят. Кнопочку нажимаешь, стол выезжает, атаманка выезжает. Пока мы тут отсутствовали, у нас вот новый комплекс ли выросли все. Мы тут очень дорогие, красивые, сейчас все облагородят. Успокоим, посмотрим. Обалдеть. В общем, мы приехали, выгрузились. Че, Никит, чувствуешь? Такие запахи просто, да? Чувствуешь, Никит, травой, зеленью пахнет? Просто шикардос вообще. Все, пойдем нюхать скорее. Ой, я прям скучал.
машинам Хом, китайщина наша покрылась. Китайщина, китайцы. Хорошая, кстати, машина. Тут нам что-то понаписали уже по-турецки. Спасибо, very much. О, как будто никуда не уезжал. Кто давно смотрит нас? По моей улыбке что можно сказать? Когда приезжаем в отель, у меня такая улыбка, значит, я доволен как слон. Вот я прям доволен как слон. Травкой пахнет подстриженной. Слушайте, как круто, когда все на контрасте. Это уехал на месяцок, на два, на три приехал, и просто ты, не знаю, как будто ты заново влюбляешься. О, но аромат это просто, я не могу даже передать. Это такой запах стоит. Обалдеть. Сейчас же в Москве еще ничего там не расцвело. Тут просто, знаете, прям хоть как насос всасывает просто. Сейчас все цветет. Так, давайте я вам экскурсию по нашему подъезду проведу. Где тут свет автоматически? Оп. Чик-чирик. О, все такое ароматное, вкусное. Потом по сети я вам тоже проведу, да, экскурсию? Или в следующем видео уже. Сейчас у вас, кстати, будет чередоваться видео из Тая, из Турции, наверное, не буду тянуть до конца. Быстренько все домонтируем и будем вам выкладывать, поэтому будет чередоваться, наверное. Живем мы на третьем этаже с видом на горы, а то вдруг кто не смотрел еще. О, у нас все тут елка стоит. В общем, уже открыли рольставни, все закрывали на ночь. Первое, что я хочу сделать, это выйти на балкон и показать вам. И самому посмотреть наш красивый вид. Мы все застеклили, все сделали. Вдруг кто не видел, видите, как полностью все закрыто. Легким движением руки. Вот так вот. Оп, 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 оп. Вот так все полностью открывается. Это тоже можно убрать, и все становится открыто. И какая красота. Ляпота. Там слышен где-то шум водопадика легкого, я чувствую, детки вон там тусуются на скамейке, надо там пожарить срочно что-нибудь, а это наши гранаты сейчас цветут. Ой, как я скучал, класс вообще, красиво. Пишите, как вам вид, а? Все, на Балацут видео начинать, а не смотрю.